Здравствуйте, друзья! В этом видео мы с вами рассмотрим компактный шлюз для системы умного дома Tuya Smart или Smart Life, предназначенный для работы и с ZigBee, и с Bluetooth устройствами. Сам же шлюз работает по Wi-Fi, который является стандартной сетью передачи данных. Для тех, кто только начал свой путь в умный дом, для того, чтобы разобраться в том, как устройства в нем взаимодействуют друг с другом, я снял специальное видео про сети передачи данных, ссылку вы найдете в описании. Главное назначение героя обзора как раз заключается в взаимодействии с теми составляющими умного дома, которые используют маломощные и энергоэффективные интерфейсы ZigBee и Bluetooth. Пользуясь случаем, выражаю благодарность подписчику из Мукачева Денису, который предоставил мне это устройство для обзора и последующего розыгрыша на благотворительном аукционе, которое я провожу в своем телеграм-канале. Ссылку на него вы найдете в описании. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки этому видео, тогда его сможет увидеть больше людей. Тип устройства: беспроводный шлюз. Интерфейсы: Wi-Fi 2,4 ГГц, ZigBee 3.0, Bluetooth Mesh. Заявленное количество управляемых устройств 128. Питание: 5 вольт микро-USB. Размер: 60 на 60 на 16 мм. Вес: 33 грамма. Поддерживается в Google Home и Home Assistant. Поставляется устройство в небольшой картонной коробке без полиграфии. Все скромно, но достаточно для того, чтобы понять, что внутри. В комплекте, кроме шлюза, нашлась небольшая инструкция и кабель питания USB, micro-USB. Кстати, сейчас все чаще стали появляться устройства с USB Type-C, на мой взгляд, более универсальным. Инструкция написана на английском и китайском языках, чего-то особо важного или эксклюзивного тут я не нашел. Базовое описание, основные параметры. Первое, что бросается в глаза, это компактность устройства. Шлюз имеет форму квадрата со стороной 6 см, а толщиной в 1,5. Аккуратный белый корпус из немаркого пластика с двумя светодиодами сверху. На нижней части 4 нескользящие накладки, а в самом корпусе сделана перфорация для охлаждения. Кстати, название модели я так нигде и не нашел, просто Multimode Gateway. На стороне противоположной от диодов активности, условно назовем ее задней, находится разъем питания и кнопка сброса. Подключаю кабель питания и перехожу к логической части обзора. Базовой системой управления для этого шлюза является Tuya Smart, или Smart Life, значения не имеет. А вот в Mi Home его подключить нельзя. Подключаем смартфон на сеть 2,4 ГГц и переходим в режим поиска устройств. Если шлюз там не появится через пару минут, его надо сбросить при помощи кнопки, удерживая ее до мерцания светодиодов. После того, как новое устройство появится в верхней части экрана, нажимаем «Добавить» и указываем сеть, к которой нужно подключаться. Теперь осталось подождать пару минут, пока шлюз подключается к системе. Как видите, в моем списке уже есть один шлюз, это Ethernet ZigBee версия от Moez. Шлюзов может быть много. Если есть возможность подключить его кабелем, лучше выбирайте Ethernet, он надежнее Wi-Fi. Сразу нашлось и обновление, и это хороший знак, он говорит о том, что устройство поддерживается, его программная часть развивается и улучшается. В отличие от шлюзов с одним интерфейсом управления, ZigBee, тут их два и соответственно два списка для Bluetooth и ZigBee устройств. Кстати, в рамках одной системы Tuya Smart устройства, подключенные к разным шлюзам, прекрасно взаимодействуют друг с другом. Еще тут нашелся журнал событий шлюза. В зависимости от типа подключаемого устройства выбираем ZigBee или Bluetooth, нажимаем кнопку «Добавить», после этого запускаем режим сопряжения на дочернем устройстве. Все подключается без проблем. Справа сверху, возле кнопки вызова общего меню настроек, есть еще одна кнопка в форме щита – это режим охраны. Кстати, в моем ZigBee шлюзе от Moez такого нет. Перевод местами весьма интересный. Режим «Снято с охраны» называется «Разоружен». Кроме него есть еще три режима охраны – круглосуточный, когда дома кто-то есть и когда никого нету. Для постановки и снятия с охраны можно устанавливать задержку, по умолчанию она составляет 30 секунд. В качестве охранного устройства можно выбрать только то, которое подключено непосредственно к этому шлюзу напрямую. Далее, например, при уходе из дома включаем режим постановки на охрану, и через заданный промежуток времени она включится. В случае срабатывания тревожного датчика включается задержка на снятие с охраны. Если она не будет отключена, включится тревога. Динамика в шлюзе нет, поэтому тревога логическая. Она может быть триггером автоматизации, об этом чуть далее, и просто присылает уведомление в приложение, из которого ее можно отключить. Запись о тревоге останется в журнале срабатываний. Кроме этого, есть еще три ручных типа тревоги, которые вызываются из этого же меню. Предполагается, что их нужно запускать в случае какой-то экстренной ситуации. Мне не кажется, что это будет востребованной опцией, но она есть.
Из дополнительных опций есть возможность проверять качество связи для каждого из подключенных дочерних устройств. А в меню настроек, кроме основной сети Wi-Fi, можно указать альтернативную, которая шлюз будет подключаться в случае недоступности основной. Шлюз можно использовать в автоматизации наряду с другими устройствами. В этом тоже его отличие от моего рабочего шлюза MOES, он в автоматизациях не участвует. Для режима «Если» есть три доступные опции. Состояние переключения звука, это очевидно отверстие с динамиком. «Мастер стоит» — это режим охраны, нужная опция. И «Сброс заводские» — странная опция. Фактически использовать можно только «Мастер стоит», нормальный или тревога. Тогда система сигнализации на шлюзе обретает какой-то смысл. Те же три опции есть для режима «Тогда» – действия автоматизации, только в отличие от триггеров тут не отслеживание изменения состояния, а управление им. Правда, при запуске тестовых сценариев включить режим охраны на шлюзе мне не удалось. В качестве примера использования в сценарии режима охраны. Тут при активации тревоги будет включаться Zigbee-сирена, ссылку на обзор про нее я оставлю в описании под видео. Соответственно, при переходе шлюза в режим Normal сирена отключается. Но для режима сигнализации логичнее использовать более специализированные устройства, оснащенные к тому же и GSM-модулем с SIM-картой. Обзоры на такие вы найдете по ссылкам в описании. Если ваш аккаунт Tuya подключен к Google Home, то все совместимые устройства будут автоматически сюда перебрасываться. Шлюз тут появился, правда сам по себе он никакой информации не передает, просто как объект. Но он работает в режиме моста для подключенных к нему дочерних устройств. Дочерние устройства тоже не все будут работать. На слайде слева сенсор двери, он тоже ничего не передает. А вот розеткой можно управлять в том числе и через голосового ассистента. Возможно, это для кого-то будет полезно и нужно. Теперь перейдем к Home Assistant. Шлюз совместим и с ним через официальную интеграцию Tuya. Кстати, я постоянно замечаю похожие моменты в работе этой интеграции пробросом Google Home. В частности, тут шлюз также работает только как мост. Датчик двери, который был пустой в Google Home, тут тоже не имеет никаких объектов и не может использоваться в системе. А вот розетка может, причем в отличие от Google, тут доступна почти вся функциональность, в том числе энергомониторинг, сенсоры которого по умолчанию скрыты. Я сказал почти вся функциональность, потому что одного сенсора тут все-таки не хватает. Это сенсор энергии, который показывает израсходованную за время работы розетку энергию в киловатт-часах. Для отображения в системе использования нужно активировать все сенсоры энергомониторинга. Итого, без потери штатной функциональности в приложении Tuya Smart, через одноименную интеграцию в Home Assistant передалось управление реле розетки, сенсоры тока мощности и напряжения и детский замок. Кроме этого, доступна настройка работы светодиода розетки. Перевод немного странный, но главное, что работает. Он может подсвечивать как статус включено или выключено, так светиться или наоборот быть отключенным все время. И еще одна опция весьма важна, это настройка состояния после восстановления питания. Строго говоря, все эти настройки можно сделать и из приложения Tuya, которое при таком подключении сохраняет контроль над устройством. При подключении нагрузки сенсоры энергомониторинга обновят свои значения, правда не очень быстро. Лично я для работы с Zigbee устройствами предпочитаю работать с Zigbee MQTT, которая управляет ими напрямую. Для тех, кто остановил свой выбор на экосистеме Tuya Smart, герой обзора – неплохой вариант универсального шлюза для Zigbee и Bluetooth устройств. Недорогой и компактный, никаких проблем за время тестирования я не выявил. При возможности подключения при помощи Ethernet кабеля я рекомендую останавливать свой выбор на проводных моделей. Это надежнее, быстрее, нет источника дополнительных помех в диапазоне 2,4 ГГц, в котором работают и Wi-Fi, и Zigbee, и Bluetooth. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравятся мои видео, поддержите мой канал, став его спонсором. Кроме этого, есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи. Ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройства умного дома. Буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства, показанные в обзоре, на интересные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира!